Президент Петр Порошенко едва пробирается через толпу сторонников. Позже в его штабе подсчитали, к Олимпийскому стадиону в Киеве в воскресенье пришли 20 тысяч человек. Однако зрелище не получилось. В назначенную Порошенко дату 14 апреля Владимир Зеленский не пришел. Идею провести дебаты на стадионе вместо привычной студии выдвинул сам Владимир Зеленский. Однако договориться о дате кандидаты так и не смогли, хотя в обсуждении времени и места публичной встречи провели последние две недели. Известный актер и комик по-прежнему настаивает на дебатах 19 апреля. В результате Порошенко пришлось дебатировать с пустым местом. Владимир Александрович, я... Владимир Александрович, я абсолютно уверен, что вы смотрите нас сейчас. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, передохнули, зарядились энергией и готовы принять участие в том, что является ядром демократии – в дебатах. Своего оппонента президент Порошенко обвинил в трусости, однако отметил, что готов прийти на дебаты еще раз, чтобы украинцы смогли услышать обоих кандидатов и осознанно сделать выбор. Мы его будем запрашивать каждый день. Если он снова прячется от людей, если ему страшно, мы будем звать его каждый день на каждый телеканал, чтобы вся страна поняла, кого ей выбрать на следующие 5 лет. Действующего главу государства в первом туре поддержали лишь 16% избирателей. Разрыв между ним и Зеленским перед финальным днем голосования составляет почти 30%. В такой ситуации все средства агитации идут в ход, от видеопосланий до сдачи анализов. Вот только до личной встречи никак не доходит. На последнее обвинение в свой адрес Зеленский, который редко дает телеинтервью и остается хоть и популярной, но загадочной фигурой, вновь отреагировал постом в Фейсбуке. Про наших полоненных моряков. Вы забыли про наших моряков, которые находятся в плену и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, сдадите анализы и накричитесь на стадионах. Шоумен может стать президентом, а вот президент, который стал шоуменом, это грустно. Пятница – последний шанс для кандидатов встретиться в прямом эфире перед тем, как украинцы сделают выбор уже в это воскресенье. Дарья Дигус, Анатолий Кашенко, «Настоящее время. Америка», Вашингтон.